как дела в приемном? Я ищу Торрес. Мне нужна консультация. Она оперирована в шестой. Эй, сегодня с Аризоной. У нее все нормально? Сейчас Ева мне все испортит. Что, наверное, это нормально. Кто знает? А я весь. Отнеси. Отнеси на место. У них был неудачный рейс пару лет назад. Да, это я понимаю. Ненавижу самолеты. Мой перелет из Бостона был очень кошмарным. Самолетом были какие-то неполадки, и они держали нас на взлетной полосе 4 часа. Никого не пускали в туалет и не давали воду. Было так жарко и пахло, как вареными свиными ногами. А потом, спустя 4 часа, они просто взяли и отменили рейс. Нас просто высадили. Никто даже не извинился, даже не... Что? Давление продолжает падать. Это кардиогенный шок после инфаркта. Инфаркт может повториться. Позовите Пирс. Срочно. А классик? Можно классик. Ее сестра? Классик. Да. Так вот, как Аризона потеряла ногу. Я не хотела спрашивать. Да, Кэрри пришлось ее ампутировать. Она могла умереть. Если бы ногу не отрезали, она бы погибла. Боже мой. Боже мой. Надрезаю перекат. Отсос. Так.